Торговля – это центр соединения потребителей и производителей. В этом году свой профессиональный праздник отмечают больше 40% ульяновцев. Продавцы, руководители, сотрудники предприятий, двигатели экономики региона. За последний год они смогли создать сотни позиций уникальной продукции под маркой «Сделано в Ульяновской области». Благодаря этому объем отечественных товаров вырос на 80%. Часть из них представлена на ведущих маркетплейсах. Только за последний год, вдумайтесь, на 239% увеличился объем поставок в деньгах. И оборот, объем поставок нашей продукции, наших производителей на маркетплейсы составил цифру почти 10 миллиардов рублей. То есть это, безусловно, те основные направления, которые нас продолжают интересовать. Они заложены в стратегии региональной. Про классический формат купли-продажи тоже не забыли. В регионе появляются новые логистические решения для торговых продовольственных сетей. Поддержка приходит со стороны правительства. Появляются новые супермаркеты с лояльной ценовой политикой, продукцией с областных ферм и заводов. Укрепляются позиции уже действующих магазинов. Что-то новое внедряется через торговлю, потому что это прямой контакт прямой с людьми. Сразу же, ну и возможность опробовать сразу все новинки и все остальное. Вот. Мы в своей компании тоже активно движемся в сторону прогресса, в сторону автоматизации процессов, повышения производительности. Ну и в целом, как говорится, так на острие атаки находимся. В этом году праздник отмечают в условиях развития бурного импортозамещения. Сложные экономические условия не стали приговором для региональной экономики. Это отметил глава области. В своем поздравлении виновников торжества Алексей Русских подчеркнул, как и во время пандемии сотрудники торговли стали образцом трудолюбия. Пользуясь случаем, выражаю свою глубокую благодарность за ваше трудолюбие и компетентность, терпение и обязательность. И, конечно, за вашу заботу и внимательное отношение к людям. Алексей Русских отдельно выделил предпринимателей, которые оказывают помощь бойцам на линии фронта, меценатам, которые жертвуют в благотворительные фонды средства на покупку нужной амуниции и военного снаряжения. Также в списке те, кто поддерживает жителей новых регионов России. Яркий пример – Ульяновский хладокомбинат. Его руководство вышло в Луганскую Народную Республику с линии мороженого «Чебурашка». Партнерство сформировалось после бизнес-миссии на братскую землю. Познакомились с руководящим составом республики, нам рассказали, кто занимается бизнесом, с кем стоит сотрудничать, с кем как бы это возможно. Познакомились с оптовиками, познакомились с торговой сетью. Оптовик посмотрел наши образцы, дистрибьютор, взял на пробу. Ну и мы вот уже завтра отгружаем третью машину в Луганскую республику. Также ульяновские предприятия поставляют в новые регионы строительные блоки и бытовые электроприборы. В скором времени список пополнят и другие позиции. Александра Никитина и Марат Мигдиев. Управда ТВ.